Воспитанники детского сада «Сказка» представили гостям свои способности в национальных танцах, исполнили песни и роли в небольшом спектакле. В дошкольном учреждении «Сказка» в 8 группах воспитываются 380 детей. Детсад отвечает всем современным требованиям. Каждый воспитатель уделяет особое внимание ребенку, развивает навыки каждого. Работает система электронной очереди. На сегодня детсад уже заполнен, а на очереди в зачисление в группу стоят еще 230 детей. Из них 5 групп с русским языком обучения, 3 группы с кыргызским языком обучения. Развиваем детей со всех сторон. Скоро английский язык открывается, а так у нас кыргызский и русский язык обучения. Кроме этого, основную программу получаем. Программа «Балалык», программа «Наристе». Сейчас детский сад «Сказка» получил эстафету в обмене опытом среди воспитателей. Мероприятие республиканского уровня впервые стартовало в Высокольской области. Позже детсад «Сказка» передаст эстафету своим коллегам из Нарынской области. Мероприятие по обмену опытом было создано с целью перенять у своих коллег как можно больше других методик в работе с детьми. Сейчас мы передали эту эстафету Чуйской области. Надеемся, что мероприятие скрепит отношения с нашими коллегами, и мы в дальнейшем будем вести тесное сотрудничество. Как говорится, образование начинается с детского сада. Поэтому мы, как воспитатели, должны уделять должное внимание будущему наших детей и дать им как можно больше знаний. Гораздо больше результата в улучшении работы детского сада можно достичь, общаясь со своими коллегами из других регионов. Мы узнаем общие особенности работы дошкольных учреждений. Также это дает надежду более оперативно решить возможную проблему. Обмен опытом воспитателей дошкольных образовательных учреждений позволяет добиться гораздо лучших результатов, посмотреть работу своих региональных коллег и взять на вооружение методики и особенности образования детей. На сегодняшний семинар были приглашены представители Иссык-Кульской области, представители Нарынской области. Они уже сегодня сидят и по занятиям уже они проводят свою работу. У кого какие методические рекомендации, у кого какие работы проводятся, обмениваемся опытами. Воспитатели надеются, что они смогут перенять у коллег как можно больше опыта. Салима Дюшенбекова, Санжар Дюдушпекулу и Джумабай Исманалиев, СТВ.